у нас в России среди экспертного сообщества, не всего, слава богу, существует некий миф, что Кавказ – это некая вот, единая ментальность, единые примерно отношения к власти, единое голосование и мотивация голосования. Поэтому, конечно, это не так. И отсюда, безусловно, выборы в этих двух республиках, которые, скорее всего, могут состояться и в Ингушетии, и в Дагестане, Думаю, что это в интересах, прежде всего, народов Ингушетии и Дагестана, чтобы были именно выборы, а не то, что называется назначенчеством. Это будут очень разные избирательные кампании. Если в Ингушетии, как мне кажется, это будет борьба элит, серьезнейшая борьба, особенно тех, кто до сих пор помнит Руслана Аушева и его деяния в Ингушетии и между теми, кто с уважением, почтительностью от, относится к нынешнему президенту господину Евгуру, который, на мой взгляд, достаточно успешно начинал бороться с коррупцией в своей республике, из-за чего пострадал. Но, тем не менее, мне кажется, все-таки здесь э, федеральному центру лучше доверить народу Ингушетии, чтобы там шла избирательная кампания. Это право, безусловно, республики упираться, назначаться. В Дагестане, конечно же, ситуация несколько иная. Она связана с тем, что Дагестан по сути многопартийная республика. Я бы вот в Дагестане просто бы отменил все многопартийные выборы. Какие партии когда существуют? Огромное количество национальностей, разных национальностей по влиянию, по тому, насколько они представлены в федеральном центре, ни или не представлены, я уж не говорю, республиканской части. И вот то, что та форма правления, которая была долгое время до 2006 года в Дагестане под названием Государственный совет, на мой взгляд, была более оптимальна для такой многонациональной республики. Но потом в силу разных обстоятельств привели законодательство в и потом, кстати, начались все те большие проблемы. Связанные и с терроризмом и прочими вещами. Второе обстоятельство. Магомедов, конечно же, долго, слишком долго находился у власти. Хотя, когда создавался Госсовет, там было четко прописано. Больше двух сроков представитель одной национальности не должен в власти находиться и должна быть ротация. Эту ротацию, к сожалению, Магомедов замотал, это, мне кажется, была его основной ошибкой. Сейчас пришел вместо Даргинца аварица. Аварцы самая большая национальность в Дагестане. И мне кажется, то, что одно из первых заявлений Абдулатипова, что я хочу избираться, говорит о том, что, мне кажется, он нащупал примерно ту стратегию, которую он, видимо, и будет формировать в свой уже новый политический класс в этой сложнейшей республике. Первое это выборы. У меня нет сомнений, что он победит с хорошим результатом. И второе, как мне кажется, в ходе избирательной кампании по выборам президента Республики Дагестан Рамазан Гаджимурапович мог бы заявить о том, что он избирается, но будет пересматривать, предлагать пересмотр Конституции с тем, чтобы вернуться к Государственному Совету или к такой парламентской форме правления, чтобы каждая национальность, каждый клан был представлен во власти. Тогда, может быть, и те противоречия, та конфликтность, которая существует сейчас, и то, что мы с горечью наблюдаем здесь в Москве, и убийства, и прочие всякие трагические истории, может быть, пошли бы на нет. И, конечно же, в, этой, в этих условиях взаимодействия сложнейшего и почтеннейшего дагестанского общества с правоохранительными органами является одним из ключевых звенов. Если этого взаимодействия и взаимопонимания не будет, то очевидно, что э, может быть всякие продолжения вот этих печальных историй, которые мы видим. Сочинская Олимпиада это большое испытание, кстати, для республиков, для неких, не, некоторых народов Северного Кавказа, особенно для тех, кто себя считает черкесами, известно, что Красная Поляна и почему она на, на, называется Красная Поляна. Там много крови было пролито, и теперь, когда там будут проходить мероприятия, наверное, далеко не все э, 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 черкесы в восторге от подобного рода истории. Ну, надеюсь, обойдется. Что касается Хлопонина, то э, я не, не думаю, что он слишком уж там повязан в этих сучинских скандалах. Но на самом деле есть другие люди, которые в значительной степени в большей мере участвовали и участвуют в сочинских делах. Хлопонин все-таки достаточно политическая фигура. Его задача находить взаимопонимание, сводить элиты, чтобы не было конфликтных ситуаций в республиках. Это сложно, и тем более человеку, который все-таки, может быть, не такой большой знаток, кавказской традиции, кавказской ментальности. Мне кажется, здесь нужен человек, который все-таки больше и прожил на Кавказе значительное время. Я не, бою, не рискну сейчас называть фамилии, но мне кажется, это должен быть уважаемый такой старейшина, который пользуется уважением и среди дагестанцев всех, и ингуш, ингушей, и там чеченцев, и наших русских регионов. Вот такого человека, консолидирующую фигуру, пока нет, но она потребность не ней высочайшая.